сержант Томас Тухель сказал, что по поводу... Ну и Тухель на пресс-конференции предматчевой сыграют все остальные игроки. Намин также собирается попытаться выиграть и Неймар на поле. Ну и этот матч — лучший способ подготовиться к Лиге. Победа. Вот, смотрите, сразу проявил. Нет, у Пари Сен-Жермена одно происходило. 12-0. И вот, смотрите, Неймар рвется вперед. Это, по большому счету, проблемы испытали, только были соперники. Всегда, как говорят, вот, давай. И удар! Нет! Игрок Сент-Этьена врывается. Как свободно! Иван Масон. Они без мяча и остались. Ди Мария. Все разберутся с розыгрышем этого станда. Здорово! Выход 1-1 практически! Капитану Сент-Этьена. С Ди Марией. Он вырвался вперед. Дебюши. Дебюши. Прострел в штрафную. Подача в штраф. Раз в своей штрафной победу Сент-Этьена 13. Анума брас огромным трудом на вас 5. Это Маркинис проспал. Его визави Луик Перен. Капитайда. Похоже, что нет. Ди Мария! С лету мощный плод. Посмотрите. Подача. Вот. Ди Мария тут же находит Мбаппе передачи. Да, он не парим. Здесь, конечно же, нет. Вполне я даже не несется арбитр. Смотрите, да, это был. Иди за наградой. Красная карточка. Пление это, конечно, это в данный момент.